наболевшем. Программа о каждом из нас. И для каждого. Всем добрый вечер, в студии Ирина Лукина. В середине ноября отмечается День борьбы с сахарным диабетом. В студии со мной врач Центра медицинской профилактики Олеся Масленникова. Здравствуйте, Олеся Николаевна. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас видеть. Сегодня будем говорить о заболевании, которое называется сахарный диабет, и тот недуг, которым многие страдают, к сожалению, причем независимо от возраста. Да, совершенно верно. По статистике, в Российской Федерации на 2020 год это более 5 миллионов человек имеют данное заболевание, уже зарегистрированное. Что касается Пскова, ну вот я вчера смотрела, на 2019 год более 5 тысяч имеют, и по детям, да, не очень хорошая статистика, что ежегодно плюсом у нас идет порядка 20 детей, которым выставляется данный диагноз. Это, конечно, печалит. Это такая тревожная весть. А в чем дело? Там пишут? Ну вот я немножко, да, хотела рассказать про тот сахар, который для нас, наверное, что-то обычное, совершенно беспечное, но вот на самом деле какие тайны, скажем так, да, потаённые, скрытые моменты несет вот эти белые кусочки, да, или который у нас песок сахарный. Смотрите, за несколько десятилетий последних потребление сахара выросло почти в два раза, и ежегодно на каждого жителя планеты приходится где-то порядка 40 килограмм. Мы употребляем сахар, ну, то есть это как бы очень много. Да, это вот как... кажется потихонечку, да, понемножечку, а вот. На самом деле цифра-то впечатляет. Потому что мы добавляем, и мы, и производители, да, и наше питание, мы добавляем везде, в напитки, в соки, в консервации та же, да, никакая, да, без сахара продукция. Не проходит. Совершенно верно. И в этом, в общем-то, кроется момент, и уже это доказано исследователями, то, что сахар вызывает зависимость. И не только психологическую, но и вполне биологическую, химическую. Сейчас немножко вот об этом скажу. То есть, если мы начинаем, да, употреблять сахар, мы потом, да, уже без него, да, как не совершенно можем. Совершенно верно. Почему так происходит? Потому что сахар вызывает выброс инсулина в кровь, и вот это чувство вызывает чувство сытости и хорошего настроения. Да, у нас, ну, когда, да, мы, да, нам так хорошо становится, потому что запускается каскад реакций, выделяется гормон удовольствия, допамин и серотонин. И вот эти гормоны, они, конечно же, сахар, так как это простое химическое вещество, он достаточно быстро из нашего организма выводится, да, и нашему организму хочется продолжения, скажем так, банкета. И, а как его повысить? Самый простой способ. Съесть сладкое. Съесть сладкое, да, совершенно верно. И вот этот порочный круг, да, он бесконечен, поэтому вот эта зависимость, почему? Потому что нельзя, доза, да, увеличивается. Так же, как и табакокурение, да, если мы берем электронные сигареты, которые не помогают, да, отказаться, потому что это все равно не то. Любая зависимость, увеличивается доза. Как у тех же самых, да, алкоголь-зависимых людей. В общем, любую зависимость возьми. То есть доза увеличивается, потому что для того, чтобы получить удовольствие, дозу надо повышать. И с сахаром то же самое происходит. И вот исследователи... Ну, зарубежные, они проводили исследования на мышах, и для мышей сладкая вода была предпочтительнее, чем даже такой сильный наркотик, как кокаин. То есть они предпочитали сладкую воду. То есть для них вот эта зависимость, она была сильнее. То есть это, конечно, пугает. А так как мы к этому беспечно относимся, ну, что такое сахар? Ой, ну, прям подумаешь, я его много ем. А если вот задуматься и посчитать, то это, конечно, огромное количество. Ну, вот как часто, да? Чего-то хочу сладенького. Да, да? Как-то вот сами не грустно. Да. Надо как-то поднять настроение себе. Тем более часто еще говорят, если вас мало хвалят, съешьте сладкое, да, и вам станет, да, спокойно. Да, да, да. Вот мы сами себе, да, то есть ищем какие-то уловки, а как бы себя оправдать. Ну, это в человеческой природе. Заложено, да. А что из этого, да, дальше вытекает? Мы тоже неоднократно с вами говорили, что, к сожалению, раковые клетки у нас существуют в нас, да, с рождения они есть, но в спящем режиме. И вот как раз сахар, глюкоза – это то питательное вещество, которое питает эти раковые клетки. Поэтому, если мы не контролируем этот процесс, то если есть предрасположенность, да, то есть, ну, там, конечно, должно сойтись много факторов, но ничего хорошего, то есть, это не дает. Плюс еще глюкоза – это прекрасный компонент для размножения всевозможных микробов,
А мы знаем, что в нашем организме живут как хорошие, скажем так, да, микроорганизмы, которые нам помогают в том же кишечнике, на коже и так далее, так и условно-патогены, которые при любом изменении условий начинают нас, скажем так, поедать. И вот сахар именно дает им размножаться. То есть мы кормим, а обычно это проблема с кожей, да, вот эти фурункулы всевозможные, какая-то хроническая инфекция. Если еще сюда добавляется неконтролируемое потребление сахаром, то есть это цветет пышным цветом, грибки всевозможные, да, вот эти. То есть это вот сахар для них питательная среда. А дальше что еще? Сахар также токсичен для нашей печени, как и алкоголь. Это тоже последнее исследование. Есть такое заболевание, как ожирение печени. Так. Чаще всего оно возникает у людей, которые страдают хроническим алкоголизмом, но есть ее разновидность. Это называется неалкогольное ожирение печени, потому что печень превращает сахар в жир. Это нормальный процесс, так задумано природой. Но если этого сахара очень много, то куда ему деваться, да? То есть он перерабатывает, и этот жир, он не успевает уходить в хорошим путем, да, он начинает уходить куда? И в печень тоже, и для наших прекрасных дам, то есть это распределяется в жировые отложения по всему организму, но чаще всего это брюшная полость. То есть если у вас излишний вес именно в животе, обратите внимание, сколько сахара вы потребляете, дорогие дамы. Олеся Николаевна, знаете, я сейчас себя ловлю на мысли, что я не единожды слышала, что печень любит мед, а мед ведь он уже сладкий. Да, но мед там другой сахар. А, вот так. Да, да, это важно. Там другой сахар, совершенно верно. И вот этот момент уже нас иногда люди говорят: ну как же так? Вот я ограничиваю себя десертами, да, я не ем пирожные, торты вообще я ненавижу. А все равно, как бы, да, вот этот сахар, он есть, и может быть, даже чуть-чуть превышает норму. Но если мы посмотрим, разберем наше питание, то мы, наверное, не найдем ни одного продукта, где не содержался скрытая соль и скрытый сахар. Ну, так вот, если честно, посмотреть на наше питание, это, конечно, очень тяжело как-то срегулировать. Конечно, сахар, который у нас находится в овощах, фруктах, да, в том вот мед, который вы сказали, это там другая молекула, да, и они совсем по-другому работают. И организм нашим воспринимается этот сахар как полезный, желательный, скажем так. Ну и опять же, согласитесь, ну, банку меда за один раз, ну, конечно, очень-очень сложно себе понять. Да. Что вы это сможете. Да? Ну, есть... Если захотелось сладкого, ну, ложечку меда, да? Как вариант, как, да, альтернатива. Как вариант, да, тоже вот я про это скажу, что так как сахар везде, какой еще момент присутствует сахар, заставляет нас переедать? Ну, то, что вы сказали, да, то есть есть больше и больше, потому что вот этот превышающий сахар, он нарушает гормональный баланс и угнетает гормон, который отвечает за чувство сытости. И мы не чувствуем сытости, и мы едим больше, и больше, и больше, и больше, да, и в итоге у нас получается ожирение. А причем, если мы будем есть сладкие овощи, фрукты, ну, невозможно объесться фруктами, ну, просто нереально, да, то есть наш организм в какой-то момент все равно скажет стоп. А что касается конфет, тут, ну, как бы сложный момент. Вот хочется сказать родителям, после того, о чем рассказала сегодня Олеся Николаевна, 5 раз подумайте, прежде чем сказать ребенку: хочешь конфетку? Да, совершенно верно. И я сейчас хочу немножко сказать для наших девушек. Про жир на животе мы уже сказали, сейчас такая тема будет не очень приятная. То, что сахар очень влияет на кожу. Он разрушает наш коллаген, не дает ему создавать свои цепочки, свои связи. И понятное дело, что мы не говорим сейчас о вчера или сегодня. То есть этот процесс течет годами. Конечно, если вы всю молодость сидели на сладком, ну, сложно сказать, да, что вас ждет подтянутый овал лица. Поэтому, пожалуйста, да, то есть об этом помните. Следующий момент. Избыток сахара влияет на старение головного мозга. Мозг, хотя вот здесь той же точки зрения, мозгу нужна глюкоза, да, никто не спорит, что она нужна, но в каком варианте она нужна? Простой вот этот сахар, мы, да, чтобы вы понимали сейчас про простой сахар, рафинад, который вот концентрированный и сделанный, не про мед, не про фрукты, потому что сейчас, ну, скажем так, адепты вот правильного питания, которые
не совсем корректно себя ведут и тоже говорят, даже нельзя и фрукты, и овощи, и вообще ничего нельзя, потому что там тоже фруктоза, глюкоза, это все очень плохо. И когда человек понимает, что ему нужно отказаться от сладкого, да плюс еще фрукты нельзя, ну вот ложись и помирай, ну, да? Да. Потому ну, что на одном сельдерее это я вас... Не ну, проживешь, ну, это точно. Это будет так тоскливо, что это... Нет, на самом деле, если нет проблем... Если мы говорим о том, что человек хочет отказаться от сахара, и у него нет пока диагноза, да, сахарного диабета, потому что там будет по-другому диета построена, то, в принципе, можно спокойно сместиться в долю, да, вот этот сегмент овощей и фруктов, потому что будет хотеться. Ну, мы же про зависимость, да? Будет хотеться действительно, и надо как-то вот увеличивать жевательный рефлекс, да, потому что тот же сахар же, он простой. Ты закинул, и он тебе хоп, и все дал. Да. А яблоко, это же надо его помыть, пожевать, что-то с этим сделать. И все равно происходит как бы отвлечение человека. Поэтому это работает на самом деле. Да не съедите вы ведро яблок, ну это смешно просто, да? Поэтому, особенно детям, когда вот надо ограничить сладкое, и фрукты тоже нельзя. Ну нет, не согласна с этим на самом деле я. И последние исследования слышали, наверное, гормон грелин. Тоже сейчас во всех телевизорах. Да, много говорят о нем. Генетическая особенность есть, да, у некоторых людей он снижен, и поэтому они ничего не могут с собой сделать. У них неконтролируемые приступы, потому что они падают в обмороки, кто-то впадает в агрессию. Только я не совсем поняла, как этот гормон можно исследовать. Наверное, есть какие-то вот моменты. И если вот прям вы вообще не можете отказаться от сладкого, ну, может быть, есть смысл исследовать. Может быть, у вас генетическая предрасположенность есть. И сахар, конечно же, мы помним все из детства, вымывает кальций, да, повышенный сахар из костей. Поэтому, опять же, возвращаясь к родителям, если вы начинаете прикормы и даете сладкую воду, то потом не удивляйтесь, почему у детей, да, все зубы испорчены и повышенная ломкость костей. Потому что все, к сожалению, родом из детства. И это вот влечет питание, на самом деле, оно, ну, мы уже не единожды об этом говорили, да. Закладывается прямо вот в детстве, это очень-очень важно, на самом деле. Да. Ну, и будем говорить о том, что должно настораживать Олеся Николаевна. Вот человек здоров, как он считает, да? Угу. Питается нормально, но сахара ест не более, чем другие. И вдруг у него какие-то симптомы появляются. Вот какие должны появиться симптомы, которые заставят его обратиться к эндокринологу? Если мы говорим здесь, симптомы будут немножко разные. У детей младшего возраста, ну, понятно, там педиатры будут, все-таки они у нас дети под контролем, да, а уже более взрослые люди – это жажда. Неконтролируемо. Ага. Даже не то, что вам нужно пить, ну, как вот, да, нужно выпить столько воды, и вы там ее пьете, а вот прям неконтролируемая жажда. То есть вы постоянно хотите пить. То есть это сухость во рту возникает? Ну, вообще, вот ощущение, то есть головной мозг дает сигнал, что нужно пить, и люди уже говорят, что даже знакомые и, ну, сотрудники чаще всего говорят, а что с тобой случилось? Ну, там сначала все подшучивают, ты, наверное, хорошо отметил вечер вчера, а когда это происходит на протяжении нескольких к ней, да, то есть, ну, человек как бы начинает задумываться, что случилось. Это вот, наверное, один из самых таких серьезных моментов. Потливость, может быть, да, такая слабость, раздражительность. Люди становятся очень раздражительными, но вот эта вот жажда неконтролируемая, она должна насторожить. А то, что касается подростков, я немножко буду все равно к детям, да, дети наши все. Конечно, конечно. Тем более растет заболевание среди них. Да, оно растет, к сожалению, вот причина, да, то есть если у взрослых все-таки это предрасположенность, то у детей может быть пусковым моментом, да, избыточная масса тела, которая тоже, в принципе, это вина родителей, я считаю, всегда, может быть вирусные инфекции пусковым моментом, это такие инфекции, как коль, краснуха, паротит, это то, что входит в национальный календарь вакцинопрофилактики, да, и то, что нас защищает. И поэтому вакцинопрофилактику никто не отменял, та, которая существовала у нас годами, десятилетиями выработанная. И действительно, да, ребенок не умрет от этих инфекций,
инфекции. Но осложнения, вот все почему-то, да, противники вакцин говорят, ну, никто же не умер, да, но сколько осложнений получили те же самые дети от этих заболеваний, от которых, в принципе, можно было действительно получить стопроцентную защиту. И вычисляется сахарный диабет. Да, да, сахарный диабет, вот дебютом вирусных заболеваний это более детские, да, болячки, mm-hmm. а если мы берем подростковый возраст, это такое беспечное отношение к самым простым вирусным заболеваниям и гриппу. Ну, подумаешь, там, перенесу на ногах, угу, да, угу. То есть то, что они не лечатся, или бывает еще так, что в школе мы болеем, но на тренировки мы ходим. Поэтому вот нужно доносить до нашего молодого поколения, что, к сожалению, это может очень печально закончиться. Вот это недолеченные, да, зубы кариозные, это же очаг хронической инфекции, угу. да, то есть постоянные. Которая присутствует в организме, я прямо к зубам к этим каждый день возвращаюсь, она не дает мне покоя. Ну, это действительно очень важно. Да, то есть нужно понимать, что ну, вот должна быть ответственность, которую воспитывают родители, и отношение к себе, любовь, да, к себе, забота о себе. И последний момент – это стрессы. Вот я разговаривала с нашими детскими эндокринологами, они говорят, стрессовая ситуация, потому что дети, ну, это мы видим, на них льется такой поток информации, и здесь надо, и там надо, и они уже, мне кажется, в первый класс приходят уставшие, я уже не говорю про девятый. А чудесные наши ОГЭ и ЕГЭ, они вообще здоровья никому не добавляют, и они находятся вот эти года в таком каком-то нервном перенапряжении, что, конечно… Если добавлять еще какие-то факторы, то очень может все печально закончиться. И дети в стрессе, и родители в стрессе, когда да. эти ЕГЭ, да. Да, это так. И поэтому, конечно, опять же, здесь на родителях вот эта поддержка, что если ты не сдашь ЕГЭ, мир не рухнет, никто не умрет завтра. Да, да. А это очень важно. Потому что если родитель приходит, его же прям трясет, да, то, ну, конечно, ребенок будет такой же. А поэтому, ну, вот очень важно. Роль родителей сейчас как никогда. Вот это вот оберег такой должен быть. Обязательно, конечно, вот я об этом постоянно говорю. И про симптомы, да. У детей это сказывается на учебе, успеваемости, то есть быстро утомляемость. Понятно, что они устают, но это прям вот вообще он встал, и он уже устал. То есть это может быть тревожным признаком как развитие вот этого сахарного диабета, как развитие каких-то патологий щитовидной железы. Тоже вот я могу сказать, что на моей практике буквально недавно мальчик год назад, ну вот была диспансеризация, да, он сдавал гормоны щитовидной железы, все было в норме, здоровый ребенок. Прошел ровно год, вот день в день. Мы думали сначала, что это ошибка, потому что уровень в 10 раз превышал. Мы правда все подумали, ну ошибка. Нет, он сдал на антитела. Что произошло за год с ребенком, что вот, да, он получил патологию щитовидной железы. Это, опять же, да, все, мы возвращаемся вот к этим стрессам. Я у него спрашиваю, он говорит, ну да, как-то вот мне спать вот прям совсем хочется, и такая вот усталость. Слабость. Вот, да, слабость, усталость. Раздражительность, но они, конечно, вообще все раздражительные. Ну, то есть у него очень... на фоне стрессов это возникло, вы так проанализировали, да? Да, у него был, по-моему, вот выпускной или девятый класс, ну, в общем, что-то связанное именно с нагрузкой. И еще такой момент, мы с вами говорили, что сахар питает грибки, то есть если у ребенка постоянно какие-то тут фурункул, то там фурункул, да, какие-то гнояки, какие-то... ячмени могут вскакивать, это тоже может говорить о том, что какой-то идет процесс, то есть нужно обследоваться. И еще бывает так, что у детей подросткового возраста очень часто тоже мы смотрим, поступают даже по приемному покою с признаками аппендицита или кишечной колики. Даже так? Да. Берется биохимия, и, к сожалению, подтверждается сахарный диабет. Олеся Николаевна, ну, надо ли родителям периодически следить, ну, например, чтобы ребенок сдавал анализ крови? Вот контролировать тоже его состояние, потому что, ну, чисто внешне не всегда можно не определить, всегда, правда да, же? Конечно, еще подростки, они замалчивают, особенно в период гормональной перестройки, а тоже вот этот период очень важный, я всегда акцентирую родителей, потому что им и так сложно с ними что-то происходит, они вообще не понимают, что с ними происходит, и, как бы, да, здесь может дать трещину, вот там, где тонко, там и рвется, да, получается. А что касается детей...
То есть вот эти профилактические медосмотры, которые до пандемии, конечно, были более часто, но мне кажется, сейчас уже вернулись к школам, это есть. Я могу сказать для родителей такую информацию, что на базе детской областной больницы существует центр здоровья, где совершенно бесплатно по полису ОМС любой ребенок может пройти не совсем большой перечень, конечно, того, что они могут предложить, антропометрию, ЭКГ, но там важный момент, тест полосками берется глюкоза и холестерин. Угу, да, это очень важно. Вот, угу. И когда раньше вот, ну, они вместе с нами работают, до пандемии школы ходили, ну, я хочу сказать, выявляли мы. Выявляли. Выявляли. Сейчас, конечно, школам, видите, запрещено, и мы не можем, да, к ним прийти, они к нам не ходят, поэтому, ну, как бы их меньше стало обследований, поэтому если только теперь сами придут родители, то тогда обследование можно сделать. Поэтому, пожалуйста, вы можете в интернете найти на сайте детской областной больницы вот этот центр здоровья. Да. И для взрослых есть такой же центр здоровья на базе взрослой областной больницы. Поэтому, в общем-то, даже в нашем Пскове есть, где пообследоваться было бы желание. И ключевое слово – бесплатно. Да. Да, по полису ОМС, пожалуйста. То есть, вот, ну, в детский центр здоровья как-то вот, ну, хотя бы если мы говорим сейчас про профилактику именно детского сахарного диабета, то понятно, что родитель, да, заботится, то есть профилактика всевозможных вирусных, вакцины профилактика, про которую мы с вами сказали, ну, укрепление иммунитета никуда без этого, правильное питание, психологический комфорт как дома, так и в школе, и регулярные медосмотры, но если в семье есть, скажем так, генетическая предрасположенность, то есть в роду был сахарный диабет, то тогда вот эти осмотры должны быть два раза в год. Это если есть какая-то вот наследственность не очень хорошая. Если ее не прослеживается у мамы, папы, бабушки, дедушки, то тогда, ну, в общем-то, раз в год можно, да, либо потом уже смотреть просто по поведению ребенка. Конечно же, это регулярные физические нагрузки, да, занятия физкультурой, свежий воздух, да, чтобы не сидели дома, как можно меньше сидячее положение, вот это тоже. И как можно, понятно, если мы говорим совсем про малышей, раньше, да, ну, опять же, вот эта пандемия, были школы молодых родителей, на которых мы тоже говорили, что, пожалуйста, ну, не приучайте детей, не давайте, когда вы уже, да, то есть более продолжительное грудное вскармливание, когда уже переходит на прикорм, не давайте вы эту подслащённую воду, не давайте компоты. Если это компот, он должен быть без сахара. Если это вода, то это чистая вода, потому что на выходе у нас получается взрослое поколение, которое приходит в детский сад, и они говорят, а что это? А почему она такая невкусная? Ну, просто воду дают. Да? То есть ребенок говорит, я хочу пить. Ему дают воду. Он говорит, я это пить не буду. А он хочет сладкую воду. Да. И опять же, да, а у детей же зависимость быстрее развивается. То есть, ну, это большая проблема будет потом в жизни. Я уже не говорю о последствиях, которые это несет. Конечно, это проще дать сладкую водичку, потому что сразу будет все хорошо, чем приучать. А вода вообще обязательно нужна, именно чистая вода, и дети должны уметь ее пить. Не чай, компот, морс и так далее. Мы почему-то пытаемся этому научить. Просто вода. Просто вода. Вот, ну, фильтрованная там, у кого какая. И ну, так как мы в 21 веке живем, тоже смотрим и телевизор, и все, это, конечно, репродуктивное здоровье и охранное здоровье именно девочек-подростков, то есть профилактика ранней беременности. Это тоже пусковым моментом. Тоже, да? Тоже влияет. Да, поэтому не заниматься самолечением и обязательно вот на эти моменты обращать внимание. Олеся Николаевна, вот мы говорим, что сахарный диабет может быть вот осложнением, да, после перенесенных болезней, которые вы называли. А осложнения сахарного диабета, они тоже ведь существуют? Да, да. То есть сахарный диабет, нужно понимать, что почему я так долго про профилактику, про сахар. Вы не умрете от сахарного диабета, да? То есть и вообще, опять же, если такая проблема случилась, нужно понимать, и раньше была такая прям очень хорошая реклама, что сахарный диабет – это не болезнь и не приговор, это образ жизни. То есть и с сахарным диабетом живут. Но бывает же ситуация, когда у человека вот, ну, генетически так сложилось, да, ему передалось
разобралось это заболевание, но что теперь делать, да? Да. То есть, но эти люди живут и живут достаточно плодотворно. У меня есть такие знакомые, они очень успешные, в общем-то, люди, и совершенно никак не комплексующие по этому поводу. Но вот эти осложнения при несоблюдении определенного образа жизни, особенно если этот дебют произошел в подростковом возрасте, им очень тяжело. Им очень тяжело это принять, и для них вот как бы все закончилось. То есть здесь тоже нужно работать с этим. А осложнение – это, конечно, полинейропатия, то есть страдают сосуды, это страдает сетчатка глаза, это страдают сосуды вен нижних конечностей, и как следствие, к сожалению, самое основное и то, что пугает, это гангрены. Угу. Диабетическая стопа, которая потом в дальнейшем развивается в гангрену, и, к сожалению, особенно, конечно, в области, ну, у нас почему-то народ ждет, пока сам рассосется, да, и уже приезжает в запущенных случаях, когда приходится ампутировать конечности. То есть уже поздно. Ну, потому что если это началось, то есть можно же ампутацию провести на уровне пальца, а можно наполовину ноги. Ну, конечно, конечно. Ну, у нас как бы все ждут. А так как процесс запущен, то есть он идет быстрее, сосуды-то никакие. Поэтому, да, вот это, наверное, самое такое печальное последствие именно сахарного диабета. Если мы говорим про взрослых, то здесь все-таки индекс массы тела тоже играет роль. Угу. В развитии сахарного диабета мы не сказали, да, что он вообще двух типов у нас бывает. Это инсулинзависимый, когда необходимо обязательно введение инсулина, диабет первого типа, и диабет второго типа. Чаще всего он приобретенный. Это такая расплата за сладкую жизнь, если это уже взрослый человек, да, который не соблюдал какие-то, да, в общем-то, образ жизни вел такое достаточно себе в удовольствие, плюс избыточная масса тела и очень часто курильщики, да, вот это сочетание сахарного диабета с курением – это 100% гангрена. И я видела такие случаи, когда человеку говорят, ну, тебе, ты понимаешь, что тебе ногу сейчас отнимут? Вот если ты не бросишь курить, он говорит, понимаю, и не могу ничего бросить. Не могу с этим сделать. Слушайте, какой ужас. Да. Да, в инвалидной коляске без двух ног, но я буду курить. Да. Ох. Вот. Так что ситуации бывают разные, и вот зависимость – это, конечно, печально, на самом деле. Ну, вот этот день борьбы с сахарным диабетом существует уже давно, с 1991 года, и эта проблема актуальна и сегодня, к сожалению. И дай бог здоровья нашим врачам, нашим эндокринологам, которые приходят на помощь, которых мало, к сожалению. Да. Мы с этим сталкиваемся, потому что этот день, день борьбы с сахарным диабетом, они считают и своим профессиональным праздником. Да. Здоровья вам, дорогие наши врачи. Берегите себя. Спасибо, Олеся Николаевна, за консультацию. Будем ждать ваших новых визитов в нашу студию и будем ждать нового разговора о нашем здоровье. Спасибо. Спасибо, всего доброго, будьте здоровы. О наболевшем